с действительностью, просьба считать за простое совпадение. Который бесит. Ну как у моего бати? Мой бати любил широко размахивать ногами во время фрога. Нет, не ногами, ластами. Однажды мы погружались при очень плохой видимости. На моей ноге уже был огромный синяк. И я показала бати знаками: только задень меня еще раз. Он не прореагировал. И тогда я предупредительно щелкнула пряжкой его грузового пояса. Да так удачно, что пояс остался у меня в руке. Он сам нарвался, он сам нарвался. И заслужил чувство вины. Да будь вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как мы. Мы познакомились в Анапе 2 года назад. Он сказал, что ему не с кем погружаться. У нас тут же начались парные дайвы. Он собирал скубы, а я таскала груза и забивала баллоны. А потом оказалось, что он лгал мне. Говорил: ты моя единственная бади. У него был не просто другой бади. Нет, у него было 6 бади. И он оказался из Рудайва, кстати. Как-то мы пошли погружаться, и я забила ему баллон. В принципе, как обычно. Оказывается, некоторые парни не переносят чистый кислород. Казалось бы, все ясно поняли, что при всплытии задержка дыхания приводит к протравме. Как-то раз я погружала своих студентов, и у одного из них внезапно закончился воздух. Он глубоко вдохнул, подул BCD и всплыл на поверхность. Ага, он всплыл на задержке дыхания. С этой парочкой мы познакомились на молодом дельфине. Они сразу предложили мне сходить с ними на нырялку. По их словам, я поняла, что у них было 200 погружений за этот год. Таиланд, Карибы, белое, красное, желтое, ночные, подлетные, Найтрекс, пещеры. Итак, Черное море погружение. Мы собирали снаряду, и у нас закончились груза. Я пошла раздавать еще. А когда я вернулась, то эта парочка в номере пила ром, запивала колой и курила сигары. О боже, для меня это было как шок. Я совершенно отключилась и ничего не помню. И только когда на глубине 30 метров я закрыла им баллоны, я поняла, что сигары и дайвинг несовместимы. Они нарвались, они нарвались, я не хотела их топить. Они набрали, они не знали. Oh,
Я удивилась, когда всегда он отнес мою скупу и предложил мне чай с Кормолисом. Когда в море мы встретили медузу, он заслонил меня от нее своим лицом. Теперь он на щеке такой мужественный шрам. Он был настоящим мужчиной. Он видел во мне не просто батя, а девушку. Он настоящий мужчина, и он ходит в фарватере.